is sponsored by P3, the official protein snack of the UFC. And Call of Duty, Black Ops, Cold War. Unravel a conspiracy decades in the making. Available November 13th. And now, for those in attendance and UFC fans watching around the world, this is the moment you've truly all been waiting for. Live from UFC Fight Island in Abu Dhabi, it's time! 5 rounds for the undisputed UFC Lightweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record, 22 wins, 2 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Denver, Colorado, by way of Safford, Arizona, USA, presenting the interim UFC lightweight champion, the challenger, Justin the Highlight Gaethje! And now introducing the champion, fighting out of the red corner, an undefeated mixed martial artist holding a perfect professional record, 28 wins, no losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Dagestan, Russia, presenting the reigning, defending UFC lightweight champion of the world, Khabib the Eagle Nurmagomedov. Okay, fighters, gone over the rules in the back. There were no final questions from you, Blue. There were no final questions from you, Red. You've already touched gloves. Come out ready to fight. Удивительно, но несмотря на то, что бойцы друг друга очень сильно уважают, но перчатками стукаться не стали. Я думаю, что просто все приберегли на конец поединка. Жалко, конечно, что зрителей нет, и это вот немножечко пропадает эта атмосфера поединков, вот этих ликования публики. Ну, все для нас. Понеслось! Джастин Гейджи против Хабиба Нурмагомедова. Волнительный, кстати, волнительный момент очень. Я волнуюсь, я переживаю. К слову, Миш, о том, что нет зрителей, Хабиб сам говорил, что такая атмосфера, конечно, ему не совсем по душе, но что делать? Мы живем в такие времена. Как аккуратно начинает. И с лоу-кика Джастин начинает. Одна из его коронок, один из сильнейших как раз-таки ударов и сильнейших плюсов Джастина Гейджи, это бешеные лоу-кики. Весь мир увидел в поединке с Тони Фергюсоном, как Джастин Гейджи умеет держать дистанцию и насколько все-таки его хватает, насколько выносливости и кардио у него есть. И сам Джастин признался, что для него это было откровением, поскольку он не верил сам в свои силы. Он не знал, сможет ли он выдержать все 5 раундов таким образом против такого бойца, как Тони. Я думаю, вопрос, который интересует абсолютно всех, это что с борьбой у Джастина Гейджа? Она как бы и есть, сумасшедшая база, там больше 10 лет он этому посвятил, много регалий в этом виде спорта. Стал он, например, членом зала славы своего университета Колорадо в этом году, да, за достижения в борьбе. Но при этом никто не видел в UFC его борьбу. Лоу-кик отличный от Гейджи. Его... Пустил. Ох, еще разок сейчас. Попал Джастин Гейджи, но Хабиб держит. Были уже у Нурмагомедова такие кризисные моменты. Попадал по нему Майкл Джонсон, попадал по нему Дастин Порье. Очень сосредоточен Хабиб. И пока мы прохода в ноги от него не видим. А, посмотрите, немного опасается даже Хабиб своего соперника. Не бросается. И вот этот вот фирменный полуаперкот, который многие отмечают на подскоке. Но не прошел сейчас. А тут Гейджи попал в том размере, кстати. Сейчас вот Хабиб джебом прощупывает. Еще один лоу от Гейджи. И вот попытка повороться, но тут же передумал Хабиб, прихватив одну ногу, попадает сейчас Гейджи еще раз на ближней дистанции. Был от Хабиба, но Джастин Гейджи защищался, и клинч быстро разорвался. Не желает сейчас Хабиб работать уже на дальней дистанции, идет вперед, пытался клинчевать, но Гейджи уходит.
Уходит на дистанцию, заряжается со всей силы. Ух, свистят руки, свистят. Опасно выглядит попадание Гейджа. Пока очень хорош Джастин. И опять встретил сейчас лоб Нурмагомедова. Плюс лоб. И снова вот этот вот удар. Полуаперкот, его так называют, Дэн Харди. Один из аналитиков. Удар, которым Хабиб потрясал своих соперников в начале карьеры в UFC. Камал Шаларус, Диего Таварес. Вставляет сейчас Хабиб по юнтике. Отличное хорошо колено. Хорошо было сейчас. Начинает работать уже Хабиб Нурмагомедов. Прекрасно он понимает, что в выносливости он сильнее Джастина Гейджа. Попал сейчас дважды Хабиб уже на руках сам. Хотя до этого Гейджи был хорош. Но сейчас Хабиб начал его гонять. Да, и показывает сейчас после вот этого хайкика, что все нормально. И в челюсть сейчас заряжает Хабиб. На отходе Гейдж пропустил. Просто после этого, правда, Джастин решил улыбнуться почему-то. Двойка от Хабиба. И вот, пожалуй, ответ всем тем, кто считает, что у Хабиба Нурмагомедова совершенно нет стойки. Отбивается джебом Джастин Гейдж. Вот сейчас правой прямой попытался запустить. Но, конечно, главное оружие Джастина, помимо лоу-киков, это размашистые боковые. Как справа, так и слева. Вот лоу-кик от Хабиба, только что видели. Опа. Догоняет. Ой, пропустил сейчас Хабиб тяжелый. И посмотрите, совершенно, как будто даже бровью не повел. Нурмагомедов, сложно сейчас сказать, насколько серьезно попал Джастин Гейджи. Очень опасные лоу-кики, прямо высекают почву из-под ног Хабиба. Сейчас и рукой справа попал Джастин. По-моему, излишне вкладывается в удары Джастин Гейджи. В поединке с Тони Фергюсоном тоже действовал он так в первом раунде. И после этого тренер Тревор Уитман сказал ему, что не нужно этого делать. И первый проход в ноги от Хабиба. Да, много рано пропустил сейчас поздно, Хабиб. Рано или поздно это должно было произойти. И вы знаете, по-моему, Джастин Гейджи чуть задышал. Серьезно схватил его. Довольно сильно вкладывался весь раунд в удар Гейджи. Возможно, из-за этого действительно начал дышать. Дышится ему сейчас непросто, это заметно. На всякий случай, статистически интересный факт. Джастин Гейджи до этого поединка в UFC всего 17 секунд провел в позиции снизу, а Хабиб уже в фулл-маунте. И пытается выйти на прием. Сейчас 10 секунд остается работать. Смотри, что делает. Пытается вырвать руку на армбар сейчас Хабиб. Не получается. 3 секунды до конца. Судя по всему, не успеет провести прием Хабиб. Класс. Классный раунд. He's good. He's good. Hey. Keep controlling it. Slow it down. Okay. Okay. Good spot, man. Keep it. Hey. No, I like the feet. You gotta keep the feet. I'm telling you. 8 more low kicks, but don't you get fucking lazy. Okay. Dude, he already can't walk on his leg. We need to keep him driving from outside. Я думаю, слышали вы, как нежно Тревор Уитман подсказывает своему подопечному и сказал, он еще 8 лоу-киков, он уже хромает на эту ногу, еще 8 лоу-киков, не ленись, и ты выбьешь из-под него переднюю ногу. Сказал Тревор Уитман Джастину Гейджи и после этого попросил его держать этот бой в стойке и заставлять Хабиба нырять за тейкдаунами как можно дальше. Смотрите, Хабиб уже переходит на лоу-кики. Видели мы один в первом раунде. Сейчас уже в самом начале второго. Да, все ждали, когда будут конкурентные бои у Хабиба, когда будет достойный соперник. Вот, посмотрите, Гейджи дал очень конкурентный первый бой, первый раунд. Хороший сейчас удар слева туда, за ухо запустил Джастин Гейджи. Попытался, это не был нокдаун, попытался пройти за ногой Джастина Гейджи Хабиб, но промахнулся немного, ушел с линии атаки Джастин. Лоу-кик. По-моему, уже ощущается. Обещал Джастин Гейджи в интервью, что он обязательно нанесет Хабибу урон. Больше, чем кто бы то ни было в карьере Нурмагомедова. И мы видим сейчас это. Тем не менее, эксперты отдают первый раунд именно Хабибу, а Хабиб уже лезет за
вторым тейкдауном в этом бою, и у него это получается. Чуть за спиной не оказался сейчас Нурмагомедов, но нет. Переворачивается сам же Гейджи и запускает фулл-маунт Хабиба. Да, он сверху. Моментально оказывается в фулл-маунте Хабиб Нурмагомедов. И вот сейчас мы видим, какие проблемы бывают в борьбе у Джастина Гейджи. Хотя вот сейчас посмотрите. Ну, давай. Делал ли Хабиб Нурмагомедов треугольник в UFC, я не припомню. Это был один из... Стучи! Да, заснул! Уснул! Джастин Гейджи уснул! Отключки, Джастин Гейджи! Нет! Победа в треугольнике во втором раунде! Вот это да! Вот это да, ребята! Говорил, постучал!